Русское чудо в косичках. Ольга Корбут, четырехкратная олимпийская чемпионка. Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня хочу рассказать о спортсменке, которую знал и любил весь Советский Союз. Ольга Корбут, суперзвезда мирового спорта. 4 золота, невероятная харизма, популярность по всему миру, восковая скульптура в музее Мадам Тюссо. Но наследие Корбут не только титул и образ чуда с косичками, как ее прозвали после Олимпиады 1972 года, а еще и революция в спортивной гимнастике. Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в городе Гродно, тогдашней Белорусской ССР. Семья была самая обычная. Отец – инженер, мама – повар. Оля была 4-м ребенком в семье. У нее было еще 3 старших сестры. Условия жизни – самые обычные. Комната – 20 квадратных метров. Детство – самое обычное, в основном во дворе с ватагой сверстников. Может, именно тогда и выработались ее основные качества, так пригодившиеся в спорте – сила воли, стремление к победе и отчаянное бесстрашие. Особыми успехами в учебе она не блистала, но вот школьный физрук уже во 2-м классе обратил внимание на бойкую девочку и отвел ее в секцию спортивной гимнастики. Оле Корбут исполнилось 10 лет. На нее обратила внимание олимпийская чемпионка Елена Волчецкая, с подачи которой она попала в группу заслуженного тренера Ренальда Кныша. Этот человек сразу увидел в юной спортсменке талант, хватку к новым элементам, волевой нрав. Ренальд Кныш был из тех тренеров, которых называют новаторами. Он постоянно фантазировал, выдумывал новые элементы и старался воплотить их в жизнь с помощью своей юной ученицы. Это было тяжело, сложно, полная обид, слез и сплетен, сотрудничество, но результат превзошел все ожидания. В 14 лет Ольга Корбут буквально произвела фурор на юношеском турнире «Олимпийские надежды». Именно там она впервые продемонстрировала свое знаменитое сальто на бревне. Они серьезно заговорили специалисты как о гимнастке с большим потенциалом. Вдохновленный успехом, Кныш придумал для нее еще несколько уникальных трюков и значительно усилил темп ее выступлений, придавая тем самым необычную окраску и самобытность программам своей ученицы. В то время бесспорным лидером в советской гимнастике была Людмила Турищева, представительница старой академической школы. Все ее выступления представляют собой набор давно известных классических элементов, которые были отработаны до полной безукоризненности. Корбут была другой. Она делала то, чего не делал никто. Уже упоминающийся выше элемент сальто на бревне, петля Корбут на брусьях и множество других элементов, придуманных для нее Ренальдом Кнышем, навсегда вписали имя Ольги Корбут в истории мировой гимнастики. Конкуренция между этими двумя девчонками на долгие годы стала главной интригой и не только советской, но и мировой гимнастики. Любопытно, что на чемпионате СССР Корбут сумела победить Турищеву только в 1975 году, хотя на международной арене уже давно считалась гимнасткой номер один. Представляете, насколько высок был уровень женской гимнастики в СССР, если победить на Олимпийских играх было легче, чем на всесоюзных соревнованиях. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Ольга произвела настоящий фурор. Ее невероятные по сложности выступления на брусьях, бревне и вольных упражнений буквально заставлял зал взрывать аплодисментами. И хотя в абсолютном первенстве победила Людмила Турищева, сердца зрителей не только присутствующих на играх, но и смотревших трансляции по всему миру были покорены Ольгой. Фотография русского чуда с косичками украшали обложки журналов и первые полосы газет по всему миру.
А ведь чуду было всего 17 лет, миниатюрная, рост всего 152 сантиметра. С точеной фигуркой она излучала невероятное обаяние и почти детскую непосредственность. В 1973 году в составе делегации советских гимнасток она отправилась на гастроли в США. Президент Ричард Никсон принимал их в Белом доме, а восторженные зрители по всей стране скандировали «Корбут» и встречали ее стоя. По всей стране появилось несколько десятков спортивных школ имени Ольги Корбут. В 1976 году на Олимпиаде в Монреале Ольга завоевала только одну золотую медаль в командном зачете, но продолжала оставаться самой популярной гимнасткой в мире. Окончание карьеры и личная жизнь. В 23 года после Олимпиады в Монреале Ольга Корбут покинула спорт. В 1978 году вышла замуж за Леонида Борткевича, солиста легендарного белорусского ансамбля «Песняры». И вскоре у них родился сын Ричард. В 1989 году семья Борткевича и Корбут покинули СССР и перебрались в США. Главной причиной отъезда супруги называли опасения за здоровье свое и детей. В Америке у Ольги все как-то сразу пошло хорошо. Оказалось, что русское чудо с косичками не забыли. Она ездила по спортивным школам, проводила показательные тренировки, сама набрала группу девочек-гимнасток. Кроме того, давала интервью различным изданиям, выступала в ток-шоу на телевидении. В настоящее время она живет в большом красивом доме в городке Скоттсдейл, штат Аризона, климат которого сочла наиболее подходящим для здоровья Ольги. Она не сидит без дела. Во многих фитнес-клубах США занятия проводятся по авторской программе Ольги Корбут. Иногда она устраивает показательные тренировки, проводит автограф-сессии, дает интервью прессе. В свои 63 года Ольга Корбут находится в прекрасной физической форме и вполне довольна жизнью. Вот так сегодня выглядит настоящая американская леди, которую весь мир узнал когда-то как русское чудо с косичками. Среди своих близких, друзей, которыми она может просто так позвонить, чтобы поболтать о пустяках, называет Арнольда Шварценеггера, Дональда Трампа и некоторых других известных и влиятельных людей. Вот такая история русского чуда с косичками, ставшего воплощением американской мечты.